В общем, надо разум подключать и смотреть на все вопросы. Бог мне это фигуры. С праздником. С праздником. Бог мне. Нет, это так. Это картинка. И вот сейчас зайду, и вечером прихожу. Да? И никому ничего не даю. И батюшка сказал по одному, все. В рамки ходят, а перед что это? Чем такие? Не батюшка сказал. Даша, добрый день. Добрый день, с праздником. С праздником. Сегодня дети приготовили множество песен, посвященных Божьей Матери. И мы надеемся и верим, что дети наши, они в духовном плане будут, надеемся, что будут стремиться стать лучше, чем мы, а их дети, соответственно, лучше, чем они. И вот тогда, возможно, будет возрождение нашей страны. Но духовное возрождение мы все с вами можем заложить основы ее сейчас. И если мы сейчас потрудимся и сделаем для этого все возможное, то это духовное возрождение будет настолько великим, оценить которое, я думаю, что наши, если Бог даст, правнуки смогут по достоинству. Они на себе это почувствуют. Они смогут сделать нашу страну действительно великой, и народ наш станет боголюбивой, боголюбивым народом, который уничтожить будет невозможно ни изнутри, ни извне, которые и враги, и друзья, как в старые времена, былые века, называли Святая Русь. С праздником всех!